Доброе утро! Сегодня пятница, и я хочу вас пригласить на свою маленькую утреннюю прогулку, показать, что и как у нас тут. Кошка сидит. В прошлый раз шла, у каждой двери стоит бутылка с молоком. Народ заказывает, здесь у нас утром разводят молоко. А с той стороны, где птицы, вон там рыжая кошка охотилась. Толстая такая, а инстинкты природные все равно еще не убиты. Они же все равно дикие животные, хотя и домашние. Тем не менее. Что сказал, не знаю, дикие, все равно домашние. Все равно у них вот эти охотничьи инстинкты, они превалируют. Несмотря на то, что они, конечно, давно уже домашние животные. У нас здесь такой хороший район, мне так нравится здесь. Розы. Вернее, это не розы, это шиповник цветет. Я ж полпути прошла, но я обратно зайду. Снова по новой пойду, еще вам показать там пару домов. Интересно, как у вас дела с локдаун? У вас этот карантин закончился? Или просто немножечко расслабился? У нас расслабленный. Вот здесь птиц кормят, видите, гармошки. Вот шиповник. Вот это называется полевой клен, field maple. Он у нас стал расти в саду. Мне это, конечно, ни к чему, потому что он разрастается большим деревом, у нас там так всего полно. Вот я его пересадила на... У нас там пустырное такое место есть. И стали мы все коллективно его поливать. И все равно он у нас не прижился. Видимо, там почва не такая. Небольшой такой маленький саженец был. Вот этот дом хочу вам показать, как у них красиво сделали вот эту площадку. Цветет здесь оранжерея. Молодая еще, правда. Вот этот серый куст красивый. Камелия. Аккуратненько так красиво все. Камелия уже давно цвела, у них еще месяц назад. Ну, как у меня тоже так же, конечно. Сегодня у нас прохладнее чуть-чуть. Вчера была жара 27 градусов. 27. Позавчера 27, тоже 26. Вот сегодня сейчас немножечко попрохладнее. Я все равно раздетая. Ну как, легко одетая. Я думаю, что раздетая я не отважусь выйти. А вон наш дом. Вот эти розы хотела показать соседски. Говорю ему, привязать их надо. Они, это клаймы. Клаймас или рамбла. Клайма. Так и не понимает балда, что они валяются у него. Ну ладно. Но у всех очень большие, красивые цветы в этом году. Вот бывают цветы, бывают годы, когда действительно большие, красивые получаются. Наше царство-государство. Пройду два раза, потому что маленький тут круг. Его надо два раза наворачивать, чтобы что-то добиться. Вон мои. Это вы все видели уже 100 раз, наверное, знаете. Это просто уж я иду здесь. Красные распустились, большие какие у меня. Вот еще. Вот это я по второму кругу пошла. Прошла свой дом. Покажу вам. Еще вот такой садик есть. Вот эти розы мне очень нравятся. Дальше сейчас чуть-чуть. Красивые. Мне одна женщина написала: так пишите что-нибудь серьезное. Как нас всех поимели. Я вообще не понимаю, о чем она. Вот смотрите какой. Вот это типичный cottage garden. Вот здесь такие высокие цветы, разноцветные все. Очень миленькие. Мне очень нравится тоже. Вот, и розы у них очень красивые вот эти. Цвет такой. Такая забывчивая роза. Такой, знаете, винтажный. Красивый. Так вот, одна женщина мне написала. Сейчас я на себя поверну вам. Так вот, вы меня, ребята, извините, я без косметики, я только что вымыла голову еще.
Вот поэтому я не совсем при параде. Да, напишите что-нибудь серьезное, как нас всех поимели. Ну, нас, например, никто не поимел. Мы работаем, нам платят зарплату, и мы сидим дома, и я очень счастлива. Насчет информации я не сомневаюсь, что все правильно, потому что по всему миру это творится. Кто не верит, что коронавирус существует, ну пусть не верит. Я как бы бороться я с этим не собираюсь. Что еще? И вообще, что мой блог, или влог скорее, потому что это видео, он не серьезный. У меня есть некоторые как бы темы, конечно, я поднимала в прошлом особенно. Сейчас они у меня как-то потихонечку исчерпываются, я думаю. Вот. Но, тем не менее, периодически вот эти разговоры за чашкой чая, они бывают, конечно, какие-то темы. Кому интересно, кому нет. На всех тоже не угодишь. Но я не собираюсь никакую борьбу там ни с чем вести. То есть я делаю о том, что мне нравится. В основном косметика. Вот. Про косметику пару слов. Я заказала... У меня штанальников мало, я заказала еще два. Просто ради любопытства. Во-первых, вот тот By Terry мне очень понравился. Там такая шикарная текстура, вы знаете. Сейчас я переверну, все-таки, наверное, на природу вам лучше смотреть, чем на меня. Текстура там действительно чудесная. Она такая увлажняющая, но никаких жирных следов, ничего на коже не оставляет абсолютно. И поэтому... У меня он как-то сразу, вот знаете, я вот этот пробник, который мне прислали, я его истерла весь. Он мне так понравился, он у меня как-то сразу раз и выбился в победитель прям, ну, в первую шеренгу, можно сказать. Вместе с Dior Prestige там, Dior Forever Skin Glow, вот этот хороший. Вот спрашивали, вот этот вопрос, кстати, задавали, у кого сухая кожа, я вот это очень сильно делаю, советую. И у кого сухая кожа, Charlotte Tilbury, у нее, насколько я знаю, два основных как бы вида, да, тональников. Вот этот Light Wonder, он жирнее. Он немножечко, он лучше подходит коже сухой, для сухой кожи. А вот этот Airbrush Flawless я купила, это, то есть второй тональник. Первый я купила сейчас By Terry, и второй Charlotte Tilbury Airbrush Flawless. Он более сильного такого покрытия, то есть он не такой легкий. Я его или на вечер, или уже на более такое прохладное время года, может быть, на зиму. Вот. Но текстура все равно очень хорошая. Я вам все это покажу. Еще пара вещей By Terry пришла, и там бесплатный стик еще, highlight и foundation, и highlight стик бесплатный. Ну вот, я кружочек дала еще второй. Вот это я вам все должна буду показать, потому что это сидит как бы на кухне, ждет своего часа на столе. Я сделаю обзорчики. И еще, у меня такая история получилась, еще я заказала же вот эти Bath Oil. Это как бы для ванны масло или для душа его можно использовать тоже. Синькина машина. С одним сайтом, один сайт, кстати, где все, очень хорошие скидки, там где-то 12-15% скидки. All Beauty, там бесплатная доставка по Британии. Я вот попыталась узнать, отправляют ли они в Россию, потому что нашла духи там в Humanity, кстати, кто хочет этого Thierry Mugler в Humanity, они... Там тоже подешевле. Я купила и refill тоже. Так вот. И вот это All Beauty у меня... я с ними не шопила года 3, оказывается. И там у меня был старый адрес. И я разместила заказ и не посмотрела, что адрес у меня старый. Пришлось ехать по старому адресу. Это открыла дверь, сразу коробку мне дает. Говорит, я вас ждала. Девушка там, которая живет теперь... В общем, интересно. Но теперь у меня два их. Deep Relax и Light Relax я купила. Я вам покажу, когда наверх. Ну, вот вечером, наверное, сделаю небольшой обзор. Ну, все, мои хорошие, пошла я завтракать и работать. Хорошего всем дня. Пока.